Починаємо прес-конференцію. Участь у ній приймає гравець БК-будівельник Реджинальд Джонсон, а також головний тренер БК-будівельник Ігор Снігельнікс. Спочатку, будь ласка, Реджинальд, ваш коментар сьогоднішньої зустрічі. Реджинальд, що ти перше для вас зі I think they played way harder than us from the start. And we didn't match their aggressiveness, and they pretty much punched us in the mouth, and we was playing catch-up from the beginning. I mean, we lacked aggression, and that's all the game was today, was one team with more energy than the other. Ми немножко начали неудачно старт, пытались выровнять игру. Игра была очень агрессивная, мы любим агрессивную игру, но, скорее всего, нам не хватило командной агрессии и сил, чтобы одержать победу. Да, у нас была такая эмоциональная игра с Днепром. И мы знаем подряд Днепр, Прометей, две команды, кто наверху на таблице. Тут надо энергию, эмоции и так далее. Не скажу, что совсем без эмоций. Мы где-то вышли, нашли силы начала. Начало, то, что уже Реджи сказал, пустили. Потом это чувство, что надо что-то догнать. Идет уже какая-то спешка, какая-то нервозность. Надо было солиднее, спокойно играть, догонять. Моментами, когда подходили к команде, ну, мы делали такие очень-очень неудачные ошибки. От этих ошибок у нас 18 ошибок. И главное, что я думаю, где-то даже не глядя сейчас, где-то 8 ошибок было почти так, как выход один на кольцо, да. Это было как и болезненно, и это было, ну, как стопроцентные очки для Прометея. Конечно, они эти заслужили тоже, эти перехваты, но это нам, это не наше все равно. Мы можем сыграть посолиднее без этих потерь. Ну, все, ну, такая тут идет не очень легкая концовка чемпионата. У всех всякий график, каждый там, кто жалуется, кто не жалуется, да. И надо там... И беречь, где-то и беречь силы, еще надо и играть. Конечно, приближаясь к этим плей-оффам, и будем все вводить коррекции, и будем однозначно с настроем эмоционально, чисто плей-офф, я так чувствую и надеюсь, что я думаю, что так и будет, мы будем выглядеть лучше в этом смысле, да, таком, что вот эмоционально и быстрее, и сильнее и так далее, чисто физически. Так что сегодня поздравляем Прометей, мы едем домой на две домашние игры и готовиться к плей-оффу. Предыдущую встречу Брайс заканчивал заметно хромая с Днепром. Это с этим связано, что он всего лишь 17 минут? Да, и он молодец. Он молодец, конечно, боец. И он меня и с Днепром приятно удивил, да. Так что есть, ну, я думаю, у всех есть. Микротравмы, все прячут их, да. Ну, не знаю, могу и рассказать про все микротравмы, это не знаю, что-то это будет кому-то помощь или нет, да. Ну, должны быть, потому что все команды играют этим графиком, они появляются, эти микротравмы. Кого-то надо поберечь, и кого-то надо, наверное, к этим главным играм подержать, да. И Брайс у нас это по последним играм, он нам очень нужен на площадке. То, что показывает в последних играх. Мы его вылечим, будет все в порядке.